Ну, достаточно тяжелый матч, все это прекрасно видели. Я думаю, для нас он был изначально, как бы, ну, он тяжело складывался, но для нас это был выигрышный матч. И у нас забрали, так скажем, очко, и я думаю, пусть сами делают выводы, кто это сделал. Вот. Самое главное, что все удачно сложилось, мы победили, нам нужна была эта победа, и, в принципе, нам каждая победа нужна, чтобы доказывать свою состоятельность, очки, место, и там каждый, там, так, тот же самый микроклимат в команде. Ну, Московская Динамо такая колючая команда, которая играет в силовой хоккей. Насколько неприятно было против них играть сегодня, в частности, против Артюхина? Да нормально было против него играть. Все прекрасно знают, что он силовой форвард, что он там ему шайба не нужна, и он большинство идет в столкновение. Поэтому как бы у меня никаких проблем не возникало.